Доброго здоровья вам всем, друзья. Как я не пытаюсь отодвинуть мое обращение, все равно приходится его повторять. Ребята, вот и сейчас. Корма осталась буквально на 3-4 дня. Друзья, хорошие мои, я обращаюсь к вам. Мы сейчас остановили все, что можно было остановить. Мы упросили врачей подождать с оплатой долгов. И тем не менее, мы провели сейчас опять 25 стерилизаций. А вот корм, друзья, корм. Я вас умоляю, мои дорогие, мои хорошие, мои родные. Я умоляю вас, пожалуйста, не допустите голода в приюте. Ребята, они не виноваты. Не виноваты, что родились бездомными. Не виноваты, что родились среди людей. Не виноваты, что мы... то любим их, то выбрасываем. Особенно сейчас, в это тяжелое время, когда люди стали выбрасывать тех, кого вроде бы любят. До утра будут здесь. Давай. Покажи маме животик. Ты у меня кто? Девочка. А ты кто? Две девочки. Бедные мои ловки, да? Мамины. Эти дети ни перед кем из нас не виноваты. И только в наших силах дать им, подарить шанс на жизнь. Ребята, посмотрите, это же просто маленькие дети. Без нашей помощи они погибнут. А мы, приют, не выживем без помощи наших друзей. Это все взаимообразно, взаимосвязано. Ребята, я не знаю, какие слова подобрать. Просто очень больно, очень жалко, очень расстроено. И как бы не хотелось сказать что-то хорошее. Ребята, любая радость начинается с беды. Начинается с проблем. И только пройдя через вот эти испытания, мы можем по-настоящему вздохнуть, счастливо засмеяться, радостно улыбнуться. Когда вот из таких малышей брошенных, мы потом показываем вам счастливое фото, где они дома. Но сейчас, друзья, нам надо с вами помочь малышам. Отзовитесь, пожалуйста. Это дети, и они просят вас о помощи. Каждого, ребята, каждого из вас. Они просят о помощи. Сейчас идет нашествие клещей. Даже если собака сутки побыла одна на улице, она уже вся в клещах. И это страшно. Родные мои, в приюте очень тяжело. Мы все больше и больше находим мелких собачек, взрослых собак. Мы просто находим их на улицах, и они потерянные, растерянные и ошеломленные, потому что их выбрасывают в разных местах подальше от дома, чтобы они не вернулись. И тем не менее мы пытаемся спасти еще одну жизнь, еще две. Вы с нами, мои хорошие. Люди, прошу вас, как бы тяжело ни было, остаемся людьми, остаемся добрыми, остаемся настоящими, способными, как бы нас ни прижимало, протянуть руку помощи не только друг другу, но и братьям нашим меньшим. Друзья, как объяснить им? Вот им, как объяснить, что в стране карантин, что люди напуганы? Как объяснить им, что выживать сейчас будет гораздо труднее? Как, друзья? Посмотрите на них, пожалуйста. Что же нам делать, ребята? Как нам справиться с этой бедой? Это то, что сейчас нам сказали сидеть по квартирам, не контактировать. Друзья, у нас у всех есть связь. У нас у всех есть интернет. У нас у всех есть телефоны. Я прошу вас, в единстве, только в единстве наша сила.
Родные мои, я желаю вам крепкого здоровья. Я желаю пережить вам все это напряжение, что нагнетается со всех сторон. Хорошие мои, здоровья вам, счастья и здоровья, и благополучия. И как бы вам трудно не было, поделитесь каплей, крошкой, к тем, кто зависит от нас и кто сам себя никогда спасти не сможет. Выжить без вас невозможно. Маминые. Привет. Привет. Да, ты, куклёшка, стерилизовали? А вон там столбиком сидят. Смотрите. Что, тараканы? Маминые. Ребята, все приюты сейчас зависят от вашего самопожертвования, от вашего желания спасти и помочь, от вашей доброты, от вашего милосердия. Друзья, я прошу вас, животные не виноваты. И даже если мы их не любим, человеком можно остаться всегда. Я прошу вас, мои родные, я призываю вас, докажем всему миру, что мы настоящие, и что Россия не погибла душой, и доброта у России живет. И не только у России. Просто я сейчас говорю от имени россиян. И я благодарю всех тех, кто, наблюдая за нашей жизнью, за нашей бедой, за бедой всего мира, отзывается с разных концов земли. Ребята, это потрясающе. И я прошу вас, друзья, прошу, будем едины. Будем едины. И спасибо вам. Знакомые и незнакомые, говорящие на любых языках люди. Доброта не имеет национальности. Доброта не имеет границ. Доброта не знает языковых барьеров. Доброта – это суть человека. Я желаю вам, друзья, оставаться людьми. Спасибо вам. Храни вас Бог.